Жители Актобе просят обезопасить детей. В районе с громким названием «Москва» поход в школу – сплошное испытание. Дорога, ведущая к учебному заведению, полностью разбита, поэтому водители то и дело выезжают на тротуар, создавая опасность для идущих школьников. У нас сейчас проблема в асфальте. У нас здесь никогда в жизни асфальта нормального не было. Это советский асфальт, наверное, стоит. И свет, конечно же, свет. Утром рано, вот зимой, ночь, будет темно. Дети наши в темноте будут ходить. А вот весной у нас уже здесь осенью начинается слякоть, грязь. Вот по таким дорогам приходится ходить в школу московским детям. Проезжая часть, говорят жители, никогда не видела ремонта. Трасса вся в ямах и колдобинах. При этом движение двустороннее. Проезд разрешенный для многотонных большегрузов. Водители, пытаясь объехать кочки, выезжают на тротуары. Точнее, на то, что от них осталось. И каждый раз, отпуская детей в школу, взрослые боятся, что их собьет машина. Светофоры близ школы тоже не установлены. Только нерегулируемый пешеходный переход. К тому же на этом участке нет освещения. Люди просят наладить инфраструктуру, чтобы обеспечить школьникам безопасность. Чиновники уверяют, что уже занялись проблемой. Проектно-сметная документация готовится, затем мы ее отдадим на экспертизу. Если все пройдет успешно, подадим бюджетную заявку и будем ждать денег. Согласно проекту, здесь предусмотрено асфальтирование, проведение освещения, строительство ливневок и тротуаров. Возможно, в следующем году уже приступим.